Итак, всем привет! Это Гляшка. Давай посмотрим. Первый взгляд. Я долго готовилась к этому видео, целых 2 дня, включая сегодняшний день. Я сегодня 3 часа, наверное, готовилась, чтобы понять структурно этот уровень, потому что до меня не доходило, как я первый раз, вот я позавчера села. Я 1,5 часа с лишним там затупила очень сильно и не могла понять, как это вообще и как я его прошла, и поэтому я очень сильно готовилась вплоть до секретов, хотя это не обязательно здесь, тем более я 1 уровень прошла. Проходить ее на канал не планирую, но она меня, кстати, сподвигла я тут, короче, почистила сохранение полностью через папку с игрой. Потому что тут было, ой, ненамоверное количество. Поэтому давайте начнем заново. Так. И тут у нас есть первый секрет. Ну, оказалось, взять-то его не сильно-то легко оказалось. Потому что я тут уже пробую. Далеко не первый раз. Так. И главное не сорваться. Джангл. Я просто что-то не вижу его. Ага. И что мы подобрали? По-моему, дробаш все-таки. Вау. Шотган. И тут уже у меня есть 2 каких-то патрона. Как бы меня никто не обязывает проходить это все. Блин, опять не очень удачно. А слабо хотя бы на секрете сохранились. Просто очень неудачное решение. Вот. Тут все рассчитывать просто до миллиметра надо. Так. Ну, это не страшный валун. Так. Вот этим вас я задолбаю. По самое не хочу просто. Ой. Так. Вот это вот кристаллики, это хилочка наша. Хотя нас сильно-то не успели покоцать-то. Так. Так, 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 так. Короче. Эй. Так, 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 так. Где лучше встать? А, я хочу пройти к тем водопадикам. О, видите? О, великий. О, великий звук. Блин, вообще не соображаю уже немножечко. Но я решила все-таки записать. По просьбам просящих. Так. Там, по-моему, еще где-то есть. В одном. Вот здесь, по-моему, нет ничего. Ага. Следующим. Есть дробаш. Так. Очень осторожно так. Ну и все, по-моему, тут ничего нет больше. А там скат. Ну еще можем тут осмотреть. Но тут пустота.
Ой. И пойдемте-ка, откуда мы пришли. Так. У меня просто уже немножко косина такая. У меня от цветов вот этих вот. Просто уже все слезится. Поэтому... Тут у нас обезьянка хотела спереть аптечку. Но обломись ей. Так. Смотрим по сторонам. Есть ли что? Вроде нет. Так. Я в детстве, если честно, кроме особняков, во второй и третьей части никогда не играл. Я могла часы просто набатывать. Потому что я любила мирные игры. Так. Мне кажется, она все-таки толстая. Я просто видела видосы, где разрешение квадратное. И там она более какая-то... Так, сейчас меня отпустит. Немножечко. О, сюда. У меня просто все слезится. Вот эта цветовая гамма просто хочет меня убить. Немножко. Так-то я к ней нормально отношусь, но... Когда часы, очень много часов наигрываешь, это сказывается. Ой, как сказывается. Так. Так, 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 да. Меня покоцал, конечно, но не сильно. Так, у нас там открылось окошко, в которое мы полезем обязательно. Как же. В любую дырку зайдем. Все проверим. Кстати говоря, давайте попробуем секрет взять. Я не уверен, что получится, но... Так. О. Ну, давай, 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 давай. Тут где-то дырка должна быть. Но, если честно, я что-то его так и не поняла, где он. Да, я походу не поняла, где он. Да, я не знаю, где он. Несмотря на это все, я без понятия, где он. Поэтому давайте загрузимся. У меня нет цели их собирать, так что... Тут будет очень частое сохранение, поэтому готовьтесь. Так. Осматриваемся. Тут у нас тигра. Она нас что-то схавала, ну ладно. Не страшно. Так, 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 так. Тут еще, да, всякие платформочки. Но париться мы не сильно будем. Это уж совсем. Так. Да, вот тут еще вот разбросано
Тут есть обезьянки, которые тырят. Ага, обломись. Не успела. Тырят всякие вещи, в том числе аптечки. Ну, по-моему, аптечки, ключи. Больше ничего тут такого. Она не тырит сверхъестественного. Так. Теперь нам нужно нажать... Рычажок где-то надо нажать. И на нас валун покатится. Где-то тут недалеко. У меня все сливается просто. Я, мне кажется, я ослепла это сегодня просто. Такая эпическая музыка. Ну давай. Вон там обезьянки. Бедная обезьянка. Ну что поделать, судьба у ней такая. Так. Эть. Так. Котя. Там еще будет котик, поэтому осторожно. Фух. Это, в принципе, сложноватое довольно-таки место было. Всем то, что мы покоцали сильно. Потому что все идет не очень. Так, и что тут? Угу. Так, как тебя взять? Давай. Как же здесь все тонко-то. Ну, если честно, я тут больше ничего не вижу. Особого. Так. О, чудо, заросли меня не пускают. Интересно. Как выйти-то теперь? Серьезно? А-а-а. Майя. Так. Кретинизм. В какую сторону-то бежать? Сюда? Наверное, не сюда. Наверное, туда. Хотя нет. Значит, все-таки туда. Меня это такой кретинизм в реальной жизни преследует очень сильно и очень часто. Так. А тут из-за того, что еще все похожее, просто не исключено. Не знаю, было ли что у нее или нет. Так, там у нас патрончики. Кузи. Которого у нас нет, к сожалению. Вот еще. Так, вот вот этой дырке нас ждет смерть, поэтому нам надо
другую сторону пока что. Так. Давай, жирная жопа. Ползи. Вот, кстати, кристаллик. Прям. Очень вовремя. Говорят, что эти кристаллики просто не убрали из ПК-версии. Ой. На PlayStation они якобы имели способность сохранения. А тут просто ставили, чтобы подлечиться. Хотя тут и аптечек полно, кстати. Я не знаю, читерство это или не читерство. В таком количестве получается. Вот ты собираешь аптечки. И получается... Так, тут вот еще уступ есть. Ну, я не знаю, есть ли смысл на него лезть. Ну, мы посмотрим, что там. Да, тут что-то есть. Знаю, как я прыгаю, я лучше сохранюсь. Пожалуйста, развернись. Мадам. Угу. У меня были вот с этим вот местом немножечко проблемы. Я тут... Так, надеюсь, она не расколола себе ключицу. Как все тонко. Ну ладно, давай, давай. Так. Так, теперь нужно спуститься. Осмотримся. Вот у меня просто слезится уже все. Если я что-то не подбираю, не серчайте на меня. У нее что-то было? Нет, у нее не было ничего. Так. Я немножко постопорюсь, просто внимательно осмотрюсь. Я как бы знаю, куда мне идти сейчас, но просто... Для полной профилактики. А, вспомнила. Ну да, нам, в принципе, сюда... Итак, осторожненько. Не знаю, как это работает, но когда она идет, она не повреждает себе. Ничего не повреждает. Так. Ух, я думаю, уже не допрыгнула, если честно. Так. Ну, какая обезьянка мерзкая. Понтовая-то какая. Ну, тут ничего такого нет. Сюда мы, как понимаю, ради секрета пришли. Так, тут... Вот. Итак, извиняйте меня.
Так, не та кнопка. Так, 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 так. Ой. Иди нафиг, пожалуйста. Так. Это у нас... Ну, сейчас мы посмотрим. Теперь нам надо задом. Как она криво это делает. Что-то она еще не умеет прыжка делать. Из таких местах. Из таких мест. Меня так морозила эта обезьяна, поэтому извините. Я убийца обезьян. Так. Теперь нам нужно спуститься как-то вниз. По-моему, это как-то вот так делается. Посмотрим, есть ли тут что. А, там нас зубастик поджидает где-то недалеко. Поэтому надо быть предельно осторожным. Смотрим. Тут ничего нет. Вот видели там? Киска. Да, купила бы вискас. Ну, за кристалликом мы не пойдем, потому что больно геморно его забирать, а я его забирала, когда часа три тут набатывала. Там потому что потом возвращаться очень геморно. Так, а тут у нас секрет. В виде... Ну... Все забрала. А нет, еще не все. Давай. Ой. Обзор жопы Лары. Как это романтично. Так, взяли секрет. Сохранились, называется. Так, теперь надо очень осторожно спуститься. Так, киска, киска не тут. Наверное, не тут. Хотя я ее слышу, так что, наверное, тут. Злостно убила ее. Так, и чё у нас тут? В кого-то стреляла, вопрос. А-а-а, даже не убила. Теперь точно убила. Так. Осмотримся. Я, кстати, думала, что ловушка вот эта вот сделана для того, чтобы... Потом наверх обратно подняться. Но когда попробовала вот эти вот прыжки взад, вперед, поняла, что у меня ничего не выходит. И оказалось, все вообще не для этого.
А если отсюда выбраться, тут, в общем, есть другое место. Вон. Вот там, где вот ловушка. Если пройти пешком, то можно выбраться на поверхность. Но мы этого делать не будем, потому что нам не сюды. Вообще не сюды. Такс. У нас что-то. А, нет. Что-то я забыла про это, если честно. Ну, иди сюда. Ничего не оставила. Ничего не оставила. Так. Я тут вам покажу секрет. Тут есть один секрет, который можно взять, но... Блин. Так, давайте загрузимся. Что-то она мне покоцала, по-моему. Хотя что-то не сильно, по-моему. Еще разок. Неудачное место для сохранения, я вам сразу скажу. Очень неудачное. Ты издеваешься, да? Балун! И вот тут есть... О, аптечечка. И давайте вот сохранимся на другой слот. И вот я покажу. И как бы я нашла секрет, как его забрать. Как выйти отсюда, я так и не поняла. А, тут она не умеет в круговую. Понятно. О, и кристаллик. Блин, как нельзя встать, а? Давайте попробуем выбраться, но... Как это сделать? Я что-то так и не поняла. Как это сделать? Она вот так вот не выпрыгнет. В этом проблема. Так, как лучше? Но почти. Но мне кажется, так и надо. Попробуем еще разок. А, я сейчас попробую вот за кадром выбраться. Если у меня не получится, то это все беда. Представляете, получилось. Если, короче... Вот прямо оттуда, вот с кубика прыгать, то, короче, выходит. Итак.
Сейчас, секундочку. И на радостях сохранимся, конечно. Куда нам без хранения? Никуда, а? Так. Угу, да, это валуны, я уже потеряться успела. Так. Так, 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 так. Посмотрим, есть ли что. Ну, я, скорее всего, что-то пропустила. Но я говорю, у меня нет цели там как-то проходить на 100%, чтобы... Ну, возможно, если я захочу ее пройти полностью. Но, скорее всего, это будет за кадром. Ну, может быть, меня кто-нибудь попытается уговорить пройти ее. Давай, давай. Ползи. Точнее, плыви. А там что? Сейчас посмотрим, что тут есть. А, ничего тут нет. Решил проверить. Так, вот первый рычаг. Так, это открылось. Это открылось здесь. Тут, короче, вот, вот начинается то самое запутанное место, которое меня немножко из колеи выбило. Эту логикой немножко. Сейчас я вам покажу, в чем оно меня выбило. Так. Но сначала мы зайдем в комнату, чтобы не потерять эту цепь. Сейчас. Па-па-па-па-па-па-па-па-пам. Вот сюда найдем. Потому что тут можно все сделать и без этого. Так. Вот. Надеюсь, мы не покоцались. Я надеюсь, музыка не сильно орёт, потому что специально ее убавила в настройках. Тут у нас водопадик. Тут у нас котики рядом появились. Вот они появились. Что ты спрятался? Долго их мы выкуривать будем, конечно, так. Все, будем сидеть, да? Ну ладно. Вроде бы подохли. А чё они там прятались? Сейчас посмотрим. Ну тут, по-моему, ничего нет. Такового прям. Серьезного. Ну там закрыто, в общем. Ну, могу показать. Это выход к самому началу. Тот самый пруд. Так. А тут
Можем проползти, конечно. Давай. И тут все равно закрыто. Это как раз оттуда, вот в той комнате, где мы были. Пойдемте обратно. Так. Можно эту штуку забрать. Больно это геморно. Так. Но меня не покоцали, так что... Думаю, нет смысла на этом заморачиваться. Вполне с этим можно жить. Так. Возвращаемся обратно. Молодца-то какая. О! Джунгли. Так. То, что вот мы уже уплывали, убегали, я потеряла нить немножко, но сейчас вернется. Сейчас все будет. На самом деле их можно было не убивать. Там можно было абсолютно этим не заниматься. Так, тут закрыто. Тут есть очень странное решение, сейчас я найду. Молодец, Лара. Молодец. Где это было? Не здесь. Просто я путаюсь вечно. Где это было? Вот, по-моему, здесь. Да-да-да. Я вот запнулась в прошлый раз на 40 минут из-за этого вот странного кубика. Смотрите. Он открывает. Если честно, ладно, давайте ему еще. Не хочешь? Нет, она больше не двигает его. Интересно. Так. Ну, не страшно. Нам что, это открыло или нет? Да. И вот смотрите. А, это нужно было сделать. Нет. Это нужный рычаг. Но тут есть еще и другой рычаг. Вспомнить, где он находится, вопрос. Засыпку. Так, этот выход туда. Водопаду. Да, это выход к водопаду. Но я вам хочу кое-что показать. Так, туда что ли? У меня кретинизм. Из-за того, что столько вариантов, у меня кретинизм. Да, это вот этот рычаг, скорее всего. Вот смотрите. Может, объясните вы мне... Вот тут еще можно посмотреть. Тут ничего нет. Вообще ничего нет.
И это люк открылся, вот смотрите. Вот смотрите. Вот скажите мне, для чего это вообще? Он открылся, вот. Я когда сюда вышла, я ступорнулась минут под 40 просто, пытаясь понять, для чего это вообще. Я так и не выяснила. Может, на такие есть какие-нибудь, которые могут рассказать, зачем вообще эта туфта просто полнейшей воды. Это что, куда? А, ну, да, рычаг, мы его нажимали. Уже немножко забегиваюсь, но я просто устала сегодня. У меня глаза вытекли от этой игры уже. Так. 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 И в пяточка. Не прыгай. А затопление нужно было? Так, откуда лучше это делать? Сейчас кто-нибудь приземлимся уже. Ну, давай. О, вон где водопадик у нас. В общем, когда воды здесь не было, сюда допрыгнуть нельзя было. Нам нужно было поднять воду. А, тут ничего нет? Могли поставить... А, каждый раз лестницу не вижу. Все в тютельку тут надо делать. Зато закаляет сразу. Так. Тут, по-моему, если так сквозно пройти, ничего нет. Ну, а тут он не допрыгивает, так что... Путь здесь всего один. И последние 40 минут, когда я проходила, я недоумевала, что делает рычаг. Вообще не могла понять, что он делает. Потом решила под воду спуститься. И вот найти проем. И вот эта вот заслонка, оказывается, была закрыта. Как можно догадаться? Каким образом? Никак. А тут сейчас будет мой... сейчас сохранимся, но другой слот, мало ли. Выплывет. Очень неудобно располагается, если честно, его убить сразу хорошо и четко не получится. Ну, могу показать еще вот тут темные места. Так. И там, по-моему, есть угол. Да-да-да-да.
И, по-моему, нужно... Ну, давайте здесь сохранимся. Лестница очень странная какая-то. По идее, с той стороны она как-то сделана. Но подниматься надо тут. И вот у нас ключик. Обломись. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут. 5 аптечек. Где-то пропустила одну. Ну ладно. 2 больших. Светильник 30. Гарпун. 3 патрона. Самого гарпуна нет. Гранаты. Ракетница. Ракеты, наверное. Ракетницу надо подбирать. М5. Патроны. Кузи. Desert Eagle. Фига себе. В третьей части он есть. Прикольно. Ну, это дробашу. А я что-то не поняла. Ну, уже не важно, как бы. Что-то странное. Я секрет не подобрала, что ли, в самом начале? Ну, извиняйте, как бы. А как я могла не подобрать его? Это все усталость. Так, ладно. Так. Что-то меня как-то разочаровало. Ну, меня попросили в темпе записать. Я записала. Тут сейчас будет ролик, но он на английском. Если вы поймете, то все у вас хорошо с этим. Я вот ни слова не поняла. Hello? Hello? What? What do you want from me now? Nothing that taxing. Are you all right? Well, if you'd all stop, I might be just fine. Just 100%. Just go! If you'd all stop, who are you talking about? All you, hundreds of you, talking and chattering and breaking my brain up. Well, I'm not quite sure where you're coming from. But I just want to know about the Infada artifact. In the temple up there. Voodoo magic and all, huh? I don't touch the stuff myself. It's not voodoo. Look, is there anyone else here with you? Yeah, Randy and Rory. Randy and Rory? Where? What are you all doing here? Well, they're staying put in that temple. I told them not to. I warned them first. Not doing much now, I doubt, under half a ton of mudslide. Me. I'm leaving. Next bus out. This jungle is rooted enough rot into me. I'd offer the same advice to you, but you don't seem like the type to take it. To care if I said you're gonna die in there. Yeah. Хоть больной. Сумасшедший. Итого 43 минуты. Хотя нет, смотрите. 5 из 6. А почему он мне показывает, что у меня дробаша нет? Вообще странно на самом деле. А, убийств 18. Попаданий, наверное. Или выстрелов, наверное. Выстрелов 457.
попаданий 373, аптечек 0, но это я. Так, а тут у нас новый уровень. Может быть, все-таки часто есть дробаш? Что-то я не понимаю, куда он делся. Вы издеваетесь? Как это? Он же был. Вы же помните, да? Ладно. Сейчас я сохраночку сделаю. Покажу вам тут. Тут есть миленькие. Такие миленькие-примиленькие коброчки. Смотрите. Вот они. Как они петляются. Блин, ну милота же. Милые коброчки, это же. Ой, аптечка. Не знаю, если я буду проходить, то, скорее всего, я перепройду. Я не понимаю, куда у меня дробаш делся. Серьезно, не понимаю. Так же не может быть. Более чем не может быть. Сейчас мы как-нибудь эпично умрем. Я даже знаю, как можно умереть тут. Давайте мы где-нибудь вот тут умрем. Че, мы не можем умереть? Серьезно? Ладно, секунду. Поплывем. Тут я уже плавал немножко. Ой, повсюду аптечки. Говорят, дефицит был в старых играх. Что-то я его не вижу. Где-то тут, кстати, кобра. Вот тут что ли? Ага. Из них ничего не упадает вроде. Ой, ну ладно, я что-то загналась. Я, если честно, даже не знаю, как уровень правильно перевести. У меня с английским плохо. Temple Rounds. Что-то с храмом. А чё и как? Что-то мне не хотел уходить почему-то. Ну, в общем-то, все. К сожалению, русского языка здесь нет, как было с Аликой Студии. Они не перевели, к сожалению, третью часть. А другой русификатор я не знаю, где искать. Я там что-то находила. Я что-то не уверена была во всем этом. И, к сожалению, Элика Студия, по всей видимости, закончили свою деятельность. Как это ни печально было. Потому что они озвучили первый эпизод к Life is Strange Before the Storm. Первый, уже полгода назад, если не год. И все. Ну, вы понимаете, что это значит. Все. Они разошлись. Кто чем занимается. Кто-то в рок-группе, кто-то замуж вышел. Ну, в общем, вот такой вот первый уровень. Adventure of the Lara. С вами была Кида. До следующей... Даже не знаю, будет ли следующая серия по Tomb Raider. Я подумаю. Кстати, она мне очень сильно понравилась. В общем, то, что у меня никогда не получалось. Пройти даже первый уровень третьей части. И мне она вот как-то больше, чем вторая даже зашла. Потому что вторая... Там второй уровень что-то какой-то больно переборно сложный. И меня отбросило желание даже проходить. А тут как-то прям бодренько пошло. Мне интересно стало. Давно мне ничего не зажигало так. Поэтому спасибо, что были со мной, я не знаю. С вами была Кида. Всем пока.